Будь верен в малом, Бог поставит над многим. Самый лучший способ для реализации. Начинай делать то, что по силе твоей, все, что может рука твоя. Не жди, что Бог тебе даст твое, пока ты был неверен в чужом. Законы духовного мира выглядят так. Если тебе дали один талант, тебе не надо его закапывать, тебе надо его приумножать. Потому что только у того, что что-то есть, тому приложится. А у кого ничего нет, отнимется то, что даже думал иметь. Поэтому не надо ждать у моря погоды, надо начинать делать то, что ты сегодня можешь делать. Даже если ты считаешь, что это пока не твое. Будь верен чужом. Бог за тебя, за твою верность благословит. Даст тебе откровение, понимание, проект на будущую твою жизнь.